Новогоднее обращение президента нам не понравилось. Накатили мы до забвения и к полпервому спать отправились. Кто в салат с икрой, кто в горячее, кто к жене любимой в объятия. А ведь ждали расклад по понятиям, когда кончится жизнь собачья. Президент съязвил в обращении про заметные улучшения и набраться велел терпения. Мы набрались и ждем просветления. Наверху ему сдвиги видятся. Смело сказано, могут обидеться. Экземпляры с такими сдвигами могут буйными быть, могут тихими. От неловкого их движения вся страна уже в положении то ли очень серьезного кризиса, то ли тихого апокалипсиса. Принимали бы в нужном чтении все законы без исключения, а не только крапленые версии про квартиры свои и пенсии, чтоб мы к празднику стол накрыть могли необвешенным и утаенным надмытые доллары и рубли, честно деленные с хозяином. Мы подняли газетки минувших лет, поздравления прочли вникающе, удивились, вчерашним отличий нет, значит, снова верной дорогой идем, товарищи. Удивились, вчерашним отличий нет, значит, снова верной дорогой идем, товарищи.